Мне сегодня прислали валентинку, на которой написано: «Любовь – это, когда помнишь о его дне рождения спустя 214 лет». Есть Международный день Дарвина, есть даже там какой-то там сайт. Один год там было сообщение, что в этом году празднуют День Дарвина, там, я не знаю, в Испании, Португалии, Иране и даже в Сибири. Вот Иран их не удивлял, а Сибирь их очень удивил. Сегодня у нас будет и станция юных натуралистов, и фильма, сделанная первым курсом магистратуры. Эй, ты, не спишь? В позапрошлом году мы вот собрались, обсудили и сняли первый фильм, нынешний. Четвертый курс не захотел снимать фильм, как, ну, четвертый курс обычно снимает, и... Мы захотели снять продолжение, и вот сегодня состоится уже премьера второй части. Фильм о Дарвине, который попадает в наше время. Никого больше похожего на Дарвина не было, поэтому я сам горю желанием делать что-то прикольное. Мне кажется, мало мест, где можно было бы себя реализовать творчески, особенно на работе. В институте здорово чем-то заниматься таким творческим, культурным. Пойдемте со мной. Согласны? Еще бы! В океане жизнь возникла, слава мирозданию. Были малы и безлики странные создания. Написал этот стих Федор Леонидович, это сотрудник нашего СЮНа. Я люблю стихи рассказывать и просто вот таким побывать снова хотелось. Я собираюсь либо стать хирургом, либо пойти работать в ЦИК. День рождения всегда приятно отпраздновать. Тем более, что я их потом артистов угощаю, а те, которые особо хорошие фильмы делают, я их потом еще после выпуска их зову к себе домой и кормлю их. Последний у меня был банкет на 26 персон.